Итак, отлично, у нас вроде бы даже начинается второй сет. Пикслинги versus Данс. Да, если я ничего не путаю. Сейчас, секунду. Да, да, отлично, игра началась. Поехали, что ж, друзья, Сникуотер. Минус два команды, Данс. Да нет, что вы в чате сразу, ребят? Ну, серьезно, красные, синие, какая разница? Так. Что ж. Красный уверенно забирает себе четвертую точку. Синяя уверенно решает. Нужно держать оборону. Взяли себе Хэвика. Хэвик с большущим пулеметом. Раскручивает свой Гэтлинг Ган, но на врыве. На врыве команда красных под убером заходит. На ласт. И да, ничего не могут сделать. Пикслинги. К сожалению, для них. Потеряли они практически весь свой состав. И если, да, не врет мне хат, то один солдат остался всего лишь живых. Тем временем, у синих полностью накоплен убер. Отбивает себе вторую точку. И сейчас мы увидим противостояние за средину. Врываются на обере синие. Уверенно забирают себе мид. И в спину заходит солдат, да, красный, минус 2. Вот это было очень обидно. Упустили его пикслинги. Минус 3 делает солдат. Ребятам надо собраться. Скаут красных пытается как-то переломить ситуацию, попытался забрать медика, но ничего у него из этого не получилось. Врывается на убери синяя. Забирается тут же Хэвик мгновенно. Да, он его смог убить. И медик не лечит. Медик стреляет из шприцемета. Шприцемет оказался настолько силен, что вся команда синих была повержена. Атака захлебнулась. Пикслинги успешно отбиваются. Забирают себе вторую точку. Полностью заряженным убером красные продвигаются на середину. Забирают солдата. Минус солдат. И трое на врыве. Врывается скаут. Минус один делает. Минус два скаут. Отличная игра. И Дансам приходится отступать. Синие отступают. Очень неплохо красные. Отогнали их с самой последней точки. Полностью готов убер у красных. Готовы они войти на ласт. Минус скаут команды красных. Размен один в один. Потерян солдат у красных, оборона у Данса все-таки неплоха.
скажем так, не хуже, чем нападение. Обе их команд готовы убер, но Дансы... Дансы, у них небольшое отставание, был потерян скаут. Но сейчас команды полностью в равных... При равных шансах находятся. Мы видим врыв все-таки красных, врывается на солдат. Сразу же на ракет-джампе дается ему убер. Убер от команды синих. Потерян один скаут. Размен 1 в 2. Очень уверенно стоят синие на обороне ласта своего. Минус скаут. Еще раз минус скаут. Размен сейчас был 1 на 1. Упустил этот момент. Потерян демомен, потерян солдат у синих. И сейчас будет врыв на последнюю точку. Да, это очко для команды красных. Так, что же, у нас стандартные размены на миде. Скаут на скаута, ничего необычного. И у нас вновь дроп. Да, похоже, снова сервер упал. И попробуем переконнектиться. Да, что же, похоже, вот теперь стоит говорить, что стрим потрачен, и мы вновь уходим на музыкальную паузу. Друзья, оставайтесь с нами.
control point is being contested. Has been added. Alert! Our control point is being captured. Вы знаете, друзья, да, действительно. Иногда читать чат все-таки очень полезно. После музыкальной паузы забываешь выключить микрофон. Прошу прощения за это. Полчаса что-то нам рассказывал, какие-то чудесные прохладные истории. Аж у меня в комнате, знаете, повеяло таким вот прохладным мартовским ветерком. С такой вот, знаете, отдушиной зимы. Очень прохладно было. Тем временем, команда красных уверенно захватывает предпоследнюю точку. Дичайшие размены были на меде, продемонстрированы. Оставался в живых один медик. И ничего он не мог там поделать против Демомена, который в него пошел в атаку. Но вернемся в реальное время. Снова танцы дефят последнюю точку. У них это очень удачно получается. Единственное, в чем их проблема, они играют на врыве, да, очень агрессивно, очень результативно, но иногда малейшая ошибка, и они теряют преимущество. И они не успевают перегруппироваться, чтобы защитить ласт, не отдать очко команде противника. Что ж, был потерян внезапно солдат здесь вот на врыве. Танцы сыграли как-то совсем они. Очень-очень-очень расторопно. Сыграли, и в итоге размен 3 в 3. Но был потерян медик синих. И, возможно, это... Да, это сыграет роковую роль в исходе этого сета. Минус скаут, да, и здесь уже, ну, ничего не сделаю, танцы. Третье очко. Для команды пикслингов. Вот о чем я и говорил, очень неуверенно ребята идут в размены. Ну, то есть, агрессии достаточно. Но стоит допустить одну небольшую ошибку, как тут же вся их слаженная командная работа теряет весь всякий смысл. Они не успевают, видимо, среагировать на то, что происходит в игре, и в итоге несут слишком большие потери, в результате которых они не успевают просто перегруппироваться на ласте и задефать его. То есть размены дичайшие. Вот опять, посмотрите. Размен 4 в 2, и уверенно пикслинги забирают себе миг. Уже, по-моему, жесточайнее применяют команда синих. Берут криты. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Тут у нас врывается на критах Демомен, но убер от команды красных мгновенно же. И не смогли его реализовать. Синие. Минус 3. Врываются пикслинги на ласт. И, судя по всему, это, да, еще одно очко команды красных.
0-4. Практически в сухую пикслинги идут. Не стали менять медику пушку. Остались с критами. И посмотрите, что происходит. Размен 3 в 1. Вот он. Вот он, секретный ход. Хотя криты еще не были использованы. И вот только сейчас прожимаются криты. Да, дело не в них все-таки, друзья. Но как бы хотелось поверить, что меняешь всего лишь одну какую-то маленькую деталь в команде. Не знаю. Завязываешь галстук другим способом. Кушаешь не манку с утра, а пьешь апельсиновый сок с тостом, и все. И все фраги твои. И команды противника просто в ужасе самоаннигилируются. И вы берете первое место на мировом турнире каком-нибудь, не знаю. Какая лига сейчас самая популярная в Team Fortress? Ну-ка. Я сегодня видел столько умных комментариев в чате. Друзья, пора на самом деле по-настоящему блеснуть знаниями. Самая известная лига против Team Fortress на данный момент. Тем временем возвращаемся в игру. Команда пикслингов полностью была аннигилирована. И теперь им предстоит оборона последней точки. Давайте посмотрим за действиями снайпера. Очень уж интересно, насколько оправданным будет этот... Заходят синие под убером. Да, меняется снайпер. Ничего он не смог, к сожалению, сделать для команды красных. Потеряны все. И данцы возвращают себе хоть какое-то преимущество. Первое очко для них. Поменяли синие медику пушку, стандартное лечащее. Решили без изысков играть. Забирается солдат. Размен 2 в 1. Потеряны двое скаута, потерян солдат. На видео все еще непонятный экшен. И остается один медик с демоменом. Потерян демомен, медик отступает. Что ж, данцы снова переходят в свою самую, наверное, уверенную фазу этой игры. Оборону ласта. Всегда она у них получается отлично. Не могут пикслинги взять и пропушить просто в пятером. Забрать последнюю точку, когда равные условия. То есть только при условии, если данцы пойдут в какую-то неоправданную агрессию из разряда медик и демомен пойдут в верхний коридор. Но вот сейчас, посмотрите, был очень рано дан убер, и я поторопился, да, с аналитикой. Троих теряют данцы, четверых, да, и это снова очко для команды. Для команды красных, команды пикслингов. Вот так вот, поспешил. Поспешил, поторопился, может быть, скаркал, скажете вы. Но факт остается фактом. 5-1. Возможно, решающий раунд. Тем временем данцы теряют двоих, троих у своей команды. Был забран медик. Но пожертвовали тоже красные своим медикам и солдатам. Снова оттеснена синяя команда. Нужно им как-то собраться. Последний решающий сет, возможно, для них. Если они его отдают, то пикслинги побеждают.
point is being captured. Скаута дуэли побеждает синий скаут. И не торопятся, не торопятся пикслинги. Врываться, но вот пошел врыв и теряется демомен. С критами, да, заходит синий демос, забирает скаута. Но тут убер от команды красных, и тут уже, да, ничего не поделаешь. Отдается скаут, отдается демо. Все еще под убером. Врывается солдат, пытается отстрелить медика. У него это прекрасно получается. И один медик как раз таки остается в живых. 32% убера. Вернее, не убера, прошу прощения, критов. И мы видим практически уже привычную картину. Синие обороняются на последней точке. Теряют они скаута. Очень неплохой размен был, буквально на последних фолсах оставался. Ой, посмотрите, что сделали сейчас данцы! Посмотрите, какие криты! Господи ты, боже мой! Вот это был поворот, друзья! Вот так вот. Не ожидали, я думаю, пикслинги такого поворота событий. Под критскригом просто заходят. Демомен и забирает всю команду противника. Всю команду противника забрал. Вот так вот, друзья. Пошли сейчас в атаку. Данцы и очень неудачно разменялись. Очень неудачно. Потеряли. Прошу прощения, пятерых. Пятерых из своей команды. И вот уже красные. Команда красных в большущем преимуществе. Снова пушит. Не дает покоя данцам пикслинги. Снова загоняют их на их любимую уже, наверное, последнюю точку. Тем временем теряется скаут у команды синих. И заходит, заходит скаут. Но его успевают вовремя убить. Не получилось у него закэпчерить втихую. Забэкапить не получилось. И снова пытаются красные как-то забрать лихорадочно последнюю точку. Но не получается у них это сделать. Четверо были потеряны. Добивает скаут все-таки демомена. И солдат врывается на рокет-джампе. И что же, получится ли у него задефать? Нет, не получается, он смог забрать одного скаута, но второй все-таки минусанул его. И тут уже два скаута команды красных врываются на ласт, пытаются что-то сделать, но им данцы дают достойный отпор. Тем временем, небольшое преимущество по уберу команды красных. Команды вот уже в полном составе. Как обычно, синие обороняются у последней точки. И вот сейчас вот нужен снова вот такой вот внезапный. Ну, конечно, такой же мув уже не будет внезапным, но все равно. Такой же отличный поворот под критами демомен. Забирает всю команду противника. Вот давайте, данцы, вы же сможете. Конечно, такого не будет. Готов убер у команды красных. Вот-вот уж и у синих, да, да, готов и у синих, врывается на убере. Пикслинги на рокет-джампе, солдат сажается на демомена, дают ему убер, ничего он не может сделать. Минус солдат, минус скаут был потерян.
И данцы выходят в свою самую нестабильную вот стадию, когда они защищают последнюю точку, идут в нападение. Они могут сейчас очень неудачно разменяться, им нужно быть предельно внимательными. Размен пока в 2-2. Теряют скаута команды красных. Минус солдат от синих. Но не поддается, не поддается им точка эта. Нужно синим более агрессивно пойти. Как-то переломить игру в свою сторону. Потому что нельзя снова загонять себя в угол. К сожалению, для данцев у них это не получается сделать. Снова они в своей оборонительной позиции. В полном составе Убер практически готов и где-то был использован. Да, вот, два Убера на Убер на Убер. Размены забирается демоменом. Трое из команды противника. Забирается медик синих. И посмотрим, что из этого выйдет. Солдат и скаут остается у данцев. Против четверых команды красных. Получается забрать у них солдата красных. И посмотрите, уже красные берут снайпера. Для того, чтобы как-то пытаться переломить игру в свою сторону. Попытался забэкапить. Забэкдорить. Скаут синих точку, но его тут же остановили. Сказали, парниша, не хами. Мы не позволим с собой так поступать. Данцы снова на обороне последней точки. Включается Убер. От красных врывается Демос. Забрасывает липучками команду синих. Размен 2 в 4. Данцы очень хорошо обороняются. Очень уверен. Потерян был медик. Но это дополнительная точка для команды синих. Потерян был скаут команды красных и размен 3 в 1. Потерян медик. Да, очень неудачный врыв на центр. Не получилось у данцев реализовать свое преимущество небольшое, которое они в их ситуации уже можно считать преимуществом. Когда они всю игру они обороняют последнюю точку. Они ничего не делают, кроме обороны последней точки, но у них это отлично получалось впятером. Ну и тут, конечно, на врыве. Пикслинги, их ничто не может остановить. Победа пикслингов. 1-6. Так. Уважаемые зрители, я...